мы еще не начали. Друзья, привет! В очередной раз мы в Питере. В очередной раз салон-нарушитель. Ну как нарушитель? Обманул людей. Сейчас мы к ним придем и надеюсь, что поможем людям. Расскажите сначала, где мы находимся и что у вас произошло. Мы сейчас находимся на территории автоцентра ПУКО, Московское шоссе 13А. Здесь 14 сентября мы приобрели машину Audi A4 2014 года. Приехали мы изначально за другой машиной, но по рекомендациям менеджера Алексея он предложил нам купить эту Audi. Сказал, что 5 лет вы будете на ней ездить, и горя не знать, ни бита, ни крашена. Вообще один собственник, чудо-машина. В итоге мы приехали сюда рано утром, они очень долго, не знаю, ушел вот этот вот процесс какого-то там просмотра, что там оформляли договор, то есть оформляли заявку на кредит, сказали, что вам одобрил только один банк, да, вы вот сегодня, если не купите, вы завтра ее не купите, у вас там плохая кредитная история. Мы были здесь, не знаю, мы уехали бы уже темно, я думаю, это был уже девятый час. Приехали мы сюда до 12, естественно. Но машину вы купили? Но машину мы купили, соответственно, у нас не было с собой даже наличных, они сказали, ничего страшного, оформляйте договор, оставите ПТС залог, да, утром привезете деньги и поедете оформлять ее в ГАИ. Соответственно, на следующий день утром мы приехали, привезли им 200 тысяч рублей наличными, заплатили в кассу, нам отдали документы на машину, дали своего механика, который у них работает, чтобы он нас довез до ГАИ. То есть они сказали, ГАИ мы тоже берем на себя, платим вам госпошлину там за номера. И все прекрасно, поставим на учет. Мы поехали в ГАИ. Там как раз напротив ГАИ стоит будочка, где сидят девушки, представители, да, я так понимаю, этих компаний, и оформляют ОСАГО. Значит, подаем заявку, нам отказ. Да, то есть проходит несколько часов, они пытаются подавать в разные страховые компании, идет один отказ. Потом они, хорошо, говорят, давайте мы позвоним какому-то своему брокеру знакомому, что, ну, все понимают, что-то не так, как-то через какого-то прямого человека сделаем. Опять ничего не получается, то есть, да, только отказ и все. Дальше мы пробовали через знакомых, потому что мы подумали сначала, что у нас прописка, может быть, не Санкт-Петербург, в этом проблема, или потому что машина была на юридическом лице, и поэтому проблема, как они нам говорили. В итоге это было где-то часов до 6-7, мы так ничего сделать не смогли, они говорят, хорошо, типа, давайте вы еще... Нужно платить 3000, и тогда вы ее сегодня поставите на ГАИ, раз здесь мы уже... На учет в ГАИ. На учет в ГАИ. А завтра уже она будет числиться на вас, типа на физическом лице, и вы без проблем поставите ее, ну, в ОСАГО, получите полис. Следующее утро. Я опять начинаю через интернет, там, через, ну, просто какие-то уже конкретные организации. То есть приходите, говорите, что нам нужен полис, так и так. Они говорят, что... Нет, ну, то есть отказ. Я говорю, хорошо, можно нам хотя бы тогда получить письменный отказ, да, что вы, ну, не хотите ставить нашу машину, да, чтобы мы могли хотя бы приехать в автосалон и сказать, что, ну, нам везде отказывают, чтобы у меня была какая-то бумага. Они говорят, ну, так мы не можем, это нужно ждать такое письмо в течение месяца. Ну, пишите, что вы бы хотели, а мы вам отдадим отказ там в течение месяца. Я говорю, ну, соответственно, месяц мы ждать не можем. Так, вы связывались с салоном после того, как вы уже оформили книги? Мы связывались, да, мы связывались с ними в тот день, когда сказали, что у нас не получилось поставить машину. Мы, их представитель, два представителя их были с нами в тот день, они знали, что ничего не... Ну, то есть они знали, они были лично с нами, они пытались помочь, как, ну, сделать это ОСАГО через знакомых, ничего не получилось. В итоге мы сказали, хотим вернуть машину. Зачем? То есть мы, получается, купили юридически сложный товар, да, который у нас теперь стоит около дома, пользоваться мы им не можем, и идет процент еще по кредиту. Далее мы приехали сюда. Лично, втроем, это было уже на третий день, с нами не разговаривать не стали, сказали, пишите письменную претензию. Даже вообще никто к вам не подошел? Нет, они сидели, ну, вот, ну, как бы в такой позе, что вы там вообще малолетние щенки, как бы, у вас там, как они сказали, у вас юношеский максимализм играет, до свидания. Мы уже съездили, потом сами свозили машину на диагностику. И нам сказали, что данная машина, вот ее цена сейчас 700 тысяч рублей. А вы ее купили? Мы ее купили, то есть за 1 204 000 это ее цена, вот как автомобиля, это... и еще допов на 130 тысяч. Само тело 1 200 000. Да, само тело. И плюс допов на 130 тысяч.
пойдемте в салон, попробуем забраться. Сейчас найдем. Хочешь, пока никого нет? Нет. Кто? Где? А? Это она? Нет, она кредит нам выдавала. Я говорю, из знакомых есть. А вот этот белый рубашка кто был? Ну, не знаю, видимо, просто какие-то менеджеры. Вот так вот. Это не руководитель, сейчас подойдет. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Пообщаемся? Да, конечно, давайте пообщаемся. Пойдемте. Подойду к вам. Я не знаю, кто подошел. Сейчас будем уточнять, кто это, и может ли он решить наш вопрос. Единственное, что я попросил бы вас, если вы будете выкладывать, да, другие дела на каких-то либо ресурсах, если вдруг какая-то информация, которая мне на мониторах попала, она может нести. В общем, вопрос, что нужно им сейчас делать, чтобы расставить договор? Как минимум написать заявление. Дайте. Я такие решения не принимаю. Дайте нам бумагу. В общем, без проблем. Приехали. Ну, возьмите несколько листочков, удобно писать. Нет, это заявление. Претензия – это то, что вы недовольны. Заявление – полностью пишите. В свободной форме, то есть излагайте суть, мысли свои, видение ситуации и так далее и тому подобное. Опять возвращаясь к нашему договору. Мы со своей стороны на любом этапе готовы к разговору конструктивно. В том числе и сейчас. Опять-таки готовы предложить варианты. Я вам предлагал же приехать, посмотреть. Было бы, как было. Так. А с чем вы хорошо напишите? Сейчас пишем заявление. Будем дальше разбираться. Друзья, ну и самое наше любимое, самое главное, это уголок потребителя. Видимо, здесь он выглядит так. Вот так. Но, казалось бы, не врите, да? Здесь же есть что-то. А что здесь есть? Мы сейчас посмотрим. Оп! Постановление ковидное. Центр поддержки предпринимательства. Оп! И все, друзья мои. Уголок потребителя. Вот. Ссылки. Из вложенного, отключительного,
круто, но я считаю, просим, просим, десятидневный срок, подать уплаченное за товар. Если компенсацию морального ущерба и достойную сумму. Я вас услышал. Давайте. Так, а смысл тогда это было писать, если вы отправляли? Это заявление. Это заявление на расторжение, так что ты. Я вас понял. Все, ожидайте. Все, заверим. А зачем вы забрали? Кстати, я, ну, еще раз заверю, все сделаю, чтобы это упростит всем жизнь, на самом деле. Там непонятно половина, чем написано. Друзья, в том числе качество салона можно узнать и по вывеске. Если вы можете составить любое слово из этих букв, или, например, салон переехал и поменять вывеску на правильную букву поставить, то вот, пожалуйста, образец, как это можно сделать быстро. Какое слово составить? У нас есть заявление о расторжении, и они просто автоматически на основании этого заявления будут отправлять деньги в банк. То есть получится с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня. Вот он, например, позвонит там завтра или на этой неделе, сейчас уточним, или на следующий. И вот с того момента, как они деньги отправят в банк, банк получит. И вот разницу с даты покупки до даты закрытия кредита. Это досрочное погашение получается. Машину вы сначала сдаете банку, чтобы они несли за нее ответственность. Сейчас вы несете ответственность за автомобиль, если что-то будет случиться, вы будете отвечать. Вы можете ее хоть сегодня привезти и оставить у вам передать, чтобы она не была, чтобы ничего не могли нашли. Это копия. Получается, то, что мы приняли, значит, смотрите. Если мы с вами никаких других, да, компромиссов не видим, в таком случае действительно машину мы будем, наверное, возвращать. Но для того, чтобы все это нам правильно сделать, естественно, мне нужно с юристами подготовить соответствующие бумаги. Как я сказал ранее, я вам завтра в первой половине дня позвоню, назначу какой-то день. Приедете, распишитесь. Все наши финансовые вот эти, которые там друг другу мы давали там первоначальный взнос, скидки, там, машины, товарные материальные ценности, да, каждый, ну, останется при своем. И... Они могут по машину сейчас пригнать? Ну, сегодня, завтра. Слушайте, если хранить негде, беспокойтесь, переживайте, пригоните. А может у вас приехал парень, который с нами был, и забрать его? Дима, ну, у тебя тут много, на самом деле там просто прием передачи надо, да, осмотр надо произвести. Вот. Если вы, опять-таки, приехать. Вы за руль не хотите? Да, не хочу. Телефон есть, адрес есть. Я тогда в течение дня человека отправлю. Приедете, как прям передачу сегодня сделаем, а расторжение завтра после. На этой неделе? Да, вопрос актуальный. Сторонники конструктивных разговоров, это, вы знаете, такие ситуации, ну, в моей практике работы в этом автосалоне, работаю я здесь уже довольно-таки давно, это первый случай. Вы клиентоориентированный компания? 100%. Варианты, еще раз повторюсь, предлагали, но, видимо, ребята переживали и приехали с группой поддержки. Мы не против. Ну, на этой неделе мы вопрос закроем. Итак, значит, у нас здесь соглашение, правильно? О расторжении договора купли-продажи двух экземпляров. Ждут подписи. Здесь вот тут подпись, и здесь подпись, фамилия, имя полностью. Так, стоп. Здесь просто подпись. Полностью. Имя Евгения Игоревича. Все. Все. Мы здесь пробыли час. Чем все закончилось? Закончилось ласковыми переговорами, нежностями и любезностями. То есть... Мурат, сотрудник автосалона, сказал, что все наши проблемы будут решены в течение недели. Этой недели. Этой недели. В течение, да, в течение этой недели
машину мы возвращаем, то есть, соответственно, нам скажут даже допы, я так понимаю, оплате, да, закроют кредит и вернут наши деньги. Соответственно, мы в свою очередь отдадим им 30 тысяч, которые они нам подарили на колеса. Все. Такой вариант вас устраивает? Да, это шикарно. Просто. Что нужно сделать, если люди попадают в такую ситуацию? В первую очередь, никогда, ни при каких условиях, если вы видите, что на вас давят и говорят, что только сегодня и больше никогда, то ни в коем случае не делайте этого. Значит, лучше пусть никогда, чем так. Ну, честно. И в любом случае, не будет такого, что у вас не будет возможности купить там автомобиль, что, значит, придет какие-то другие варианты. И никогда не ходите покупать автомобиль сами. Я очень хотела машину, очень сильно, это была моя мечта. То есть после окончания института, ну, мне решили как бы сделать такой подарок. Ну, я себе, да, и как бы все помочь там взять машину, там начать выплачивать за нее кредит. И мы приехали сюда, да, люди сказали, мы вообще такие ребята отличные, мы вообще набожные. Вот, Господь все видит, Господь все видит, то есть никаких проблем не будет. Вы к нам еще с коньяком сюда приедете, ну, купив этот автомобиль, а в итоге вот мы приехали сюда с вами. Советую вам, дорогие зрители, подписывайтесь на канал Движение, обращайтесь, ну, это нереальные люди, которые нас очень выручили, это настоящие рыцари своего времени, так что, ну, это... Просто у меня нет слов. Я даже до сих пор не могу поверить, что если действительно как бы наша ситуация решилась, потому что мы были вот в кромешном, безысходном состоянии. То есть если бы не ребята, то, ну, это моя бы жизнь на ближайшие 5 лет, это было выплачивание кредита ни за что. И все, и работа. Пусть удачи вам, не попадайте в такие ситуации, покупайте машину по проверенным салонам. Друзья, ну и по традиции смотрим отзывы на Яндексе. Ну, например, на Яндексе. Среди очень странных комментариев по 4-5 звезд попадаются единички, и их немало. Единичка. Поэтому делайте выводы.